Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня долгожданное видео для меня, потому что я просто обожаю ювелирные изделия, вы про это знаете. Также в Инстаграме я с вами советовалась, между прочим, когда все это покупала. Сережки выставляла, думала эти взять или другие, потом взяла оба варианта. Ничего страшного, думаю, золота лишнего не бывает. Вообще, я искренне считаю, что золото — это лучший подарок, который можно подарить. Либо серебро. Вот, например, подарите вы просто деньги на какой-то праздник. Эти деньги потратятся и забудется про это. А золото будет передаваться из поколения в поколение, и каждый раз будет упоминаться ваше имя. Именно поэтому я в этот раз заказала на подарок очень красивые золотые ювелирные изделия. В общем, сейчас покажу. Но заказываю я все это, как всегда, через приложение Sunlight. Я вам ссылочку оставлю. Обязательно скачивайте. И при скачивании вы получаете кулон абсолютно бесплатно на кассе. Почему нет? Скачайте, возможно, вам тоже там что-то понравится. Мне очень здесь, кстати, нравится раздел новинки. Я постоянно заглядываю именно туда, потому что уже все остальное я пересмотрела. У меня в избранном уже столько, мне аж квартиру надо продавать быстро в Sunlight и все это покупать. Потому что мне очень нравится качество, они сотрудничают с лучшими ювелирными заводами. И цены у них, я бы сказала, лучше, чем везде абсолютно, поэтому я являюсь ярой поклонницей Sunlight, и вы об этом знаете. Также в приложении можно посмотреть, например, изделие, в каком из магазинов оно есть в наличии, если вы хотите пойти в магазин и купить именно там. Что я делаю? Я обычно заказываю в тот магазин, который удобен мне, и потом уже забираю из магазина, но можно сделать доставку на дом, если вам удобен тот вариант, вы можете просто сделать доставку на дом. Также здесь есть очень удобные фильтры, например, для меня ключевым моментом в выборе, например, цепочки является то, чтобы она была полновесная. Пустотелые я не люблю, они смотрятся как-то хрупко и имеют, как правило, небольшой вес. Я люблю, чтобы это было прям так, знаете, смачно, полновесно. И здесь есть обалденный фильтр, как только вы его нажимаете, все, вот смотрите, вот все вышли сейчас уже полновесные цепочки. Очень удобно, и вы не теряете время свое попросту. В общем, давайте не будем терять ни минуты и начнем рассматривать то, что я купила. А вот и, кстати, чек. Он у меня получился на 58 473 рубля. А все потому, что я использовала промокод RUBIN054, который дает вам скидку 5% на все при онлайн-заказах. А я, как вы знаете, всегда заказываю только через приложение, потому что это безумно удобно. Я обожаю лежать на диване и выбирать себе очередной заказ ювелирных изделий. Так что это конкретно мое. Если вы тоже любите именно онлайн заказывать, обязательно используйте этот промокод. Кстати, промокод и все артикулы я оставлю в описании под видео. Обязательно заглядывайте туда тоже. В общем, в прошлый раз, когда я делала заказ, я была прям в замешательстве. Я очень хотела себе взять часики из серии Sunlight Watch, но так и не решилась. В конце все-таки не заказала. Хотя стоят они абсолютно недорого. И плюс там отзывы были обалденные. Но все-таки решила не брать, оставить. В общем, в этот раз я решила это все исправить, заказала себе те самые часы, которые так хотела. Посмотрела отзывы, там были отзывы и 3 года назад оставленные, и девчонки писали, что приобрели, например, 3 года или 2 года назад, постоянно носят и фотографировали свои часы, оставляли отзывы, что они в прекрасном состоянии, это, естественно, меня замотивировало. Но впоследствии носки, так как я блогер, вы будете видеть у меня на руках эти часы и делать выводы. Но на первый взгляд просто потрясающие часики, мне они очень понравились в жизни, даже на фотографии настолько они не очаровали меня, как в жизни, они такие тяжеленькие. Я считаю, что это идеальный подарок для подруги или, например, у сестры день рождения, вы не знаете, что подарить. У меня в сегодняшнем заказе будут в основном как раз такие подарочки. Мне кажется, часы будут замечательным подарком, как для девушки, там, кстати, есть и мужские варианты, можете тоже заглянуть. Внутри часов мелкие камушки, которые на солнце безумно красиво переливаются. Смотрится очень дорого и изящно. На циферблате имеется надпись бренда Sunlight. Часы, кстати, водостойкие, и это тоже, естественно, огромный плюс. Ремешок мне немного великоват, но мне не нравится, когда ремешок прям сильно прилегает к вашей ручке и как-то, ну, не по мне это. Я люблю, когда свободно немножко часы болтаются на ручке, поэтому я оставлю все дело как есть. Но на самом деле там ремешок можно подогнать
нагнать, и это делается несложно. На эти часы очень много заказов и отзывов. Это, кстати, очень удобно. Обошлись они мне всего за 1832 рубля, естественно, с промокодом RUBIN054. Отдельное внимание хочется уделить упаковке Sunlight. Это выглядит гармонично, аккуратно. Если вы будете выбирать именно подарок, то вам идеально подойдет Sunlight. Вам не надо будет заморачиваться насчет упаковки, запаковки и так далее. Все уже за вас подумали и предусмотрели. Давно смотрела на эти серьги, так как у меня есть кольцо из этой же серии. Они из серии «Я прекрасна». Здесь золото 585 пробы. Это розовое золото. Застежка здесь прочная, точно не потеряются. Вес изделия чуть больше, чем заявлен, кстати, в приложении. Здесь 5,22 грамм. Выбрала при помощи приложений с использованием промокода RUBIN054. Обошлась эта красота мне 17 262 рубля. Мне кажется, это очень бюджетно, учитывая, что здесь и грамма немало, и они, знаете, не совсем мелкие, незаметные, а прям такие громоздкие. И они подойдут не только, например, молодой девушке, но и можно на подарок маме взять. Приложение также подобрала кулон, который идеально подошел к этому комплекту. Вы знаете, эту красоту увидела мама и сразу присмотрела, ей понравилось. Но моя мама такой человек, что ей очень сложно угодить. То есть, когда мы что-то ей выбираем, мы просто на 90% уверены, что ей не понравится. А здесь, как только она увидела, она говорит: все, Айка, это мое. Но проблема в том, что кольцо я покупала 2-3 месяца назад, и кольцо 16 размера. Вот сейчас я не знаю, либо маме надо будет такое кольцо покупать уже большого размера для нее, у нее, по-моему, 19-20 размер, либо отдать ювелиру, чтобы он увеличил это кольцо, либо оставить весь комплект себе. Или вообще есть еще третий вариант: кольцо буду носить я, а серьги и кулон будет носить мама. Почему нет, кто нам запретит так носить? Вы знаете, когда я получила кольцо еще в прошлом заказе, я просто была в восторге. То есть это кардинально отличалось от картинки в лучшую сторону. То есть в жизни мне это изделие намного больше понравилось, нежели на картинке и на видео. Я была уже на 100% уверена, что серьги однозначно буду брать. Осталось дожить до зарплаты и все, беру. Кстати, у этого кулона в приложении есть свои серьги и кольцо. Но по мне они идеально сочетаются и с моим кольцом, и сережками. То есть этот кулон не из этой серии. К сожалению, у этой серии не было своего кулона, но мне кажется, вместе смотрится просто обалденно. Здесь, кстати, в кулоне 1 грамм. Это 585 проба. Коллекция тут тоже «Я прекрасна». И, кстати, обошелся мне этот кулон всего в 3010 рублей. За 1 грамм, представляете, очень бюджетненько получилось. Как я вам уже ранее упомянула, скажу еще раз, сегодня будет очень много подарков. Я искренне считаю, что лучший подарок для девушки — это ювелирные изделия. Если у вас бюджет небольшой, вы можете купить серебро или, например, взять часы. Очень качественные, хорошие часы есть в приложении, посмотрите обязательно, там вариантов просто очень много. Вот, поэтому я решила подарить своей двоюродной сестре серьги, гвоздики и кулон. Здесь топазы, причем, знаете, такие вот на видео прям не передать. Они очень красиво переливаются, такой нежно-голубой, даже небесно-голубой такой цвет, очень красивый. Артикулы все, кстати, здесь написывать тоже буду вам, рядом с ценой обязательно напишу при монтаже. Кстати, кулон здесь с бриллиантовой крошкой. У сережек очень удобная застежка в виде шурупа. Я обожаю эту застежку, это просто намертво, то есть вы в жизни не потеряете, если вы выбираете, например, сережки для дочки, возможно, или для младшей сестры, боитесь, что она потеряет, обязательно выбирайте именно с такой застежкой, как шурупчик. Просто они очень прочные и практичные. Стоили они всего 5990 рублей, и это общая их цена без промокода RUBIN054. С ним, естественно, еще дешевле на 5%. Здесь 1,2 грамма. И последнее, что я вам сегодня покажу, да-да-да-да, как вы думаете, что здесь? Наверное, все подумали, что это браслет. На самом деле нет.
Это подарок для моей любимой мамочки. Решила ей купить цепочку. Долго советовалась с вами в моем инстаграме. Спасибо каждому, кто отправил артикул. Я просмотрела, выбрала, но все-таки решила взять цепочку, потому что это очень практично и можно выбрать длину, которая тебя устраивает. Вот, например, для мамы нужно брать подлиннее, она любит цепочки длинные, поэтому я взяла 65 сантиметров. Это, естественно, розовое золото 585 пробы. Цепочку очень красиво переливается, она полновесная. Вот такой вот момент мне очень нравится в фильтрах в приложении Sunlight, что там можно выбрать фильтр, например, полновесные цепочки или, например, пустотелый. Я, например, пустотелый не люблю. Я всегда стараюсь выбирать полновесные. Но если вы хотите, чтобы это выглядело прям так громоздко, чтобы выглядело, что цепочка большая, на самом деле она внутри была пустотелой и весила немного, следовательно, и стоила дешевле, то вы можете выбрать как раз-таки этот раздел. Очень удобные фильтры, обязательно пользуйтесь. Здесь, значит, как и заявлено в приложении, 9,38 грамм. То есть цепочка такая не маленькая, так скажем. Очень красиво переливается, я в восторге, ничуть не жалею, что взяла. Специально брала для мамочки, мама осталась в восторге просто. Я просто осталась без ничего, можно сказать. Все отобрали, обобрали, так скажем. Но ничего, я уже себе присмотрела кое-что, добавила в избранное и собираюсь обязательно купить. Надо себя, как я всегда говорю, радовать, баловать. Жизнь, она у нас одна. Мы у нас тоже одни, любимые. Если мы сами о себе не позаботимся, никто о нас не позаботится. Замочек также здесь прочный, так что вы можете даже не беспокоиться. Можно эту цепочку носить на повседневку. Она не слишком толстая, иногда бывают цепочки слишком толстые, это со стороны даже выглядит как-то грубо. И не совсем тонкая, прям самое то. Кстати, такой момент. Под прошлым видео, которое я снимала, наверное, где-то месяц назад, было куча хороших отзывов. Обязательно пишите артикулы изделий, которые вы покупали в магазине Sunlight. Мне тоже будет интересно посмотреть, заглянуть. Возможно, у нас с вами будут одинаковые модельки украшений. Так что обязательно пишите. А еще в инфобоксе я вам оставлю ссылку на первую часть. Если вам интересно, то посмотрите, на что я потратила в прошлый раз 100 тысяч рублей. А вот и мой чек, он получился на 58 473 рубля. Ну, нормально так закупилась. В общем, на этом все. Не забывайте скачивать приложение Sunlight и получать кулон бесплатно. Ссылочку я вам оставила. Всех люблю, целую. Пока.